Какое соотношение, значит, глины к соломе при штукатурке? Самое оптимальное соотношение, чтобы глина у вас не трескалась, 1:2. То есть одно ведро глины, 2 ведра песка и солома на глаз. Все это размешиваете и наносите на влажную стену. И тогда при высыхании эта солома будет как такая связывающая арматура и компенсатор вот этих вот трещин. И оно у вас не потрескается. Вот. Для того, чтобы оно, так сказать, у вас не потрескалось, надо его хорошо еще перемешать. Вот встаем так вот и хорошо перемешиваем. Я для себя открыл эту глину. Вот, лучше всякой цементной штукатурки, экологический материал, бесплатный и безопасный. При этом можно его потом будет прогрунтовать, чтобы в себя оно влагу не питало. И какой-нибудь даже, кому надо, водоэмульсионкой пройтись. Если вот вы видите, как сейчас, что это она жидкая, можно подбавить соломы. И вот так вот ее хорошо перемешать руками, то есть ногами, таким вот макаром. Вот. И потом вот так вот и идти на свидание. Вот. Все. Сейчас пойдем штукатурить. Можно и руками перемешивать, кому как нравится. Можно и ногами. И теперь смотрите, значит, как надо штукатурить. Вот я набрал ведро этой глины. И так вот руками, вот я намазываю вот так вот руками круговыми движениями. Предварительно смочил стену, чтобы оно хорошо прилипало. И вот так вот намазываем. Это я перед штукатуркой сейчас рублю это, такую небольшой слой, а потом уже делать буду финишку. То есть это на предварительную, так сказать, обработку стена. И очень хорошо оно липнет. Сначала надо, главное, вот так вот намазать. То есть оно липкость хорошая появляется. Потому что если вот так кинете, ну вот так вот, да, кинете, и оно может потом отпасть. Чтобы оно вот не отпало, надо его намазать так. И как вы видите, вот сейчас я вам рядом тут покажу. Вот видите, я точно такая же пропорция была. Одно ведро глины, вот, 2 ведра песка, ничего не потрескалось. Значит, так что так делаете, проверено временем, вот, и хорошая получается штукатурка. Вот. Оказывается, что в мире все-таки есть адекватные люди, которые понимают всю эту причину и все эти дела текущие. И вот так вот штукатурите. О, и получается у вас хорошая такая вот, вот видите, отлипла. Вот там, оп, а теперь вот так размазать, и потом уже можно хорошо вот так вот липнуть. Сейчас накидаю первый слой, оно подсохнет, а потом буду второй накидывать. Все, всем привет, мирного неба над головой.